Тогда весь мир казался таким страшным и жестоким. Я была совсем одна, маленькая девочка, которая искала дорогу к волшебному миру. Как тебя зовут? Я вчера на трассе маленькую девочку нашел. Настя. Каждый день столько детей теряется. Что за время? А где твои родители? Почему ты одна? По-моему, тебе как раз будет. Барашки, привет! Иногда нам кажется, что мир к нам жесток. Мы и есть мир. И все, что может его изменить, Настя! В наших руках. Зачем ты меня спас? Если мы пришли в этот мир, значит, мы нужны этому миру. Ты меня никому не отдашь. Конечно, не отдам. Самое главное – верить и никогда не отчаиваться. Он насчет какой-то девочки говорил. Вот приехали забрать ее. Ты же обещал! Володя! Волшебный мир вокруг нас. Только надо суметь разглядеть его. Посмотри, какой он красивый.